Скажите, а вот вы для себя, как вы определяете жанр, в котором вы сейчас работаете? Поп-музыка абсолютно. У нас четко. Качественная поп-музыка в России? Нет. Почему? В смысле, вот не почему вы так думаете, потому что это, я думаю, общее мнение. А почему так сложилось, что у нас нет качественной поп-музыки? Конечно, это тяжело так философствовать на эту тему, там, разглагольствовать. Но... Ну, потому что, не знаю, для того, чтобы хорошо петь... Так. Или хорошо, по крайней мере, продюсировать то, что там проекты какие-то создаются, да, например, взять вокалиста и помочь ему правильно сделать продукт качественно. Для этого нужны уши. Не у всех, как бы, вот так называемых продюсеров есть так, слух, который не думаю, что просто обладает идеальным слухом. Поэтому и качество, знаете, это как... Во всем мире научились кушать уже хорошую еду, ну, по крайней мере, разбираться, что плохо, что хорошо. Там все стараются ездить на хороших машинах, там, хорошую одежду, по крайней мере, понимают, что вот это не очень, а вот это вот хорошо. Но вот в искусстве, в музыке у нас, вот, по крайней мере, это мы очень так отстаем, на мой взгляд. Хорошо, не будем тогда грустным. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.